Вы спрашиваете, как мне найти в Одессе? Это очень легко. Вы идете по Дерибасовской, подходите к дому номер 13, входите во двор и изо всех сил кричите «Рабинович!». Все окна открываются, а одно нет. Там живу я. У меня очень редкая фамилия – Кацман. В Одессе приезжий из Москвы увидел на овощном киоске вывеску «Овощей». И заметил продавцу: «Правильно надо писать овощи». Продавец отвечает: «Вы, наверное, по выговору из Москвы». «Да. А вы знаете, что у вас на Тверской улице на колбасном магазине написано «Колбасы». Но как это понять? Вот вы сначала у себя исправьте, а потом нас будете шпинять за язык». «Цепирович, вы можете назвать трех порядочных людей в Одессе?» «Пожалуйста. Закройщик Фуцман. Закройщик Фуцман. Нет, Фуцман закройщик, я уже говорил. Закройщик. Скажите, а остальных двоих из Бердычева можете назвать?» Одесса. Встреча на Приморском бульваре. «Рабинович, вы что, считаете меня идиотом?» «Нет, нет, что вы! Но я могу ошибаться».